12 месяц, но таможенные пошлины так и остались на том же самом драконовском уровне. Мы выступаем за отмену их, поскольку практика показала, и Минфин отчитался о том, что доходы с увеличением таможенных пошлин уменьшились на 70%. Тем не менее, таможенные пошлины остались на том же самом уровне. Но также сегодня будут заявлены и некоторые моменты по дорожному фонду, поскольку, как мы знаем, порядка недели тому назад наш президент заявил о восстановлении, создании, так сказать, дорожного фонда, поскольку, как вы знаете, транспортный налог сейчас у нас идет неизвестно куда, не целевой налог, обратите внимание, то есть каждый из нас от 5 до 20, то есть более 1000 платит неизвестно куда. Мы выступаем за отмену этого налога в таком виде, в котором она есть сейчас, и включение Спасибо. Сейчас будем готовить мероприятие. Спасибо, Михаил.
Я за тебя.